Итак, проверяем, начнутся ли потери. Я уже там побывал. Так. А ты скалолазанием не занимался? Один раз. Вот это тут. Так. Ну это так же, как подтягиваться. Кстати, а ты посмотрел, если упадешь, то на что? Ну все. Ну забрались мы с Илюхой. Забрались мы на эту, на этот вход. 10-20. По лесенке. 10-20, да. Вот оттуда мы пришли. Вот это КПП было. Сейчас вот здесь залезли. Залезли, здесь увидели, что были люди здесь из Серпухова. Серпухов. 5-10 год какой-то, 3-й, 0-3 что ли? Да, 3-й там есть. 13-й, скорее всего. Может, 13-й. 13-й. Ну и все, и начинаем мы сейчас уходить туда. И обследовать бункер изнутри. Здесь лесенка, все культурно. Вот это, смотри, какие металлические сооружения. Тут, может быть, гермодверь какая-нибудь вот так вот стояла. Хотя затворов нет никаких этих управляющих для меня. А, вот, вот, смотри, срезали, блядь. Толщина какая. То есть, вот они, тоже вот они, да, да. То есть, вот здесь дверь была. Ну, толстая, мощная. Строили хорошо во времена Советского Союза. Капитально. Да. Немного сам бункер, это бункер связи. Вот остались, смотри, направляющие для кабелей. Это здесь только одна из гипотез, что это связи. Не, ну скорее всего, если тут были потому антенны. Что, если здесь железо, какая здесь связь? Связь антенны специально выдвигались телескопически. Подожди, ты не беги, давай посчитаем, смотри. FE, война 3, сапер, да, 10 это... кодов. Вот смотри, это что? Грибук пошел. Красивый. Смотри за головой, следи. Вон у тебя над головой арматура. У меня ничего нет. А, вот, да. То есть, когда лазить, осторожно. Ну, в принципе, я головой не достаю, но кто повыше, вот сюда войти может. Надо налобный фонарь. О! И что это такое? Ну что, отлетела душа. Вот выход на крышу. Что здесь было, не знаю. Смотри, надпись на стене, не смотри на нее. Ну вот, я на нее не смотрел, я ниже. Отлично. Подожди, так может быть это как раз кальдера? Так, ну вот, один хороший человек по имени Михаил, по фамилии А, предоставил нам путешествие, устройство для замера радиационного фона. Здесь положим его. Оно покоп. Ух, нихуя себе. Что-то на 40 не сколько оно. Вот порядка 16. А не, 8 стало, 8 стало. Так, пока посмотрим, что тут еще есть. Ну вот, значит, такой зал. Да, вот оттуда. Вот оттуда мы пришли. То есть такой вот зал. И здесь вот. Вот это шахта. Вот здесь, скорее всего, и выдвигались вот эти антенны телескопические для связи с другими, там, я не знаю, объектами генерального штаба. Вот здесь тоже, как вы видите, вот срезанные какие-то направляющие были. Вот. Туда кто-то явно спускался. Надписи есть. Вот. То есть это не пусковые шахты ракеты, это именно для телескопических антенн. Все исписано, разрисовано, что придает некий свежий колорит, что мы не в дыре какой-то. Не, 18. Ну, это нормально. Может быть, просто, знаешь, в соседней комнате ненормально быть он.
Смотри. Так. Вот тут осторожно здесь дырки в полу. Он как раз на первый этаж. И вот на том же уровне получается вторая шахта для этих антенн. Ну смотри, здесь шахта вообще чистая, не разрисованная. Сюда не добрались, что ли, или решили пощадить? 20. Сколько показывает 20? 20? А квадратик прошелся весь? Нет. Ну пусть до конца. Вот. Короче, лед. Тут чисто вообще идеально. Как будто только вчера забросили шахту. Марина, да. 0-1. Показывали видео, вот эту шахту. Ну две шахты, вот эта и рядом еще одна, вот там. Она главное, что та вся размалевана, это чистенькая. Хоть что-то осталось. Так, здесь вот какие-то люки. 20, ну 20 это нормально. Ой, с ним можно в фоне ходить. Вот он. Да. Там минус первый этаж? Там вот этот первый. Так, вон там еще шахты. Их, кажется, тут 4 штуки получается. Вот здесь вот. Тоже вниз. Вон следы. Значит, туда можно спуститься. Так, это центральная щель, так называемая, с крыши. Сюда, скорее всего, ну, мне кажется, здесь были лифты или что-то такое. То есть вот спускали груз, например, вниз. Что-то в этом роде. Ты жив? Вот. Как бы нам теперь найти, как наверх? И потом вниз. Но вниз-то понятно. Так, 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 так. Зловещенько. Илюх, иди сюда, посвети, здесь вообще темно все. Да, да. А там надписи видел? Так, вот дверь какая-то. Дверь. Ах, ёп. Вот здесь еще одна. Смотри, здесь вообще незаметно откуда она. А, это мы вниз спустились под это. Мы только что наверху вниз были. Не спускались. А как мы оказались у льда прямо этого? Мы же увидели сверху. А, нет, там другой был лед. Там что-то труба торчала изнутри. Тут та шахта была глубже. Да, это другая какая-то. Вниз-то мы не ходили. Так. Ну, дальше смотрим. Здесь тоже гермодверь такая, не слабая. Никак на входе, но... Ну чё? Как наверх? Полина Цапова. Илюха. А, вот там мы еще не были. Здесь можно, в принципе, спрыгнуть. Ты как? Убейся об стену. Ну, здесь было много добрых и позитивных людей, я вижу. Ну, здесь вообще все в этих арматуринах. Вон чья-то каска плавает, замерзшая во льду. Вот 17-й год, кстати.
Напор ТВ какой-то. Ну вот еще раз можно ощутить толщину стен, которые здесь были в этой, шахте. Сейчас вот вниз спустился, посмотреть на предмет залаза наверх. Здесь я вот вижу арматуры такие по ним, но вот на эту штуку не залезть никак. Здесь, во всяком случае. И вот обратил внимание, здесь вот валяются куски вот этого железобетона. Вот какие уже обрушения пошли. То есть это вот, вон Илюха, спустились снизу. То есть как они строили вообще, то есть вот эти деревяшки, на деревяшках каким-то образом держится вот этот вот железобетонный заливка, это я не знаю, или что это. Она уже вот никакая, то есть все это вот обрушается, разрушается. То есть, ну не могли же они строить такого класса объекта из такого хлама, который все вот уже. Сейчас я боюсь, ее ткну, и это все повалится. Вот, то есть, ну видно, да, качество какое. Не бойся, Роман, тыкай смелее. Все, будем искать сейчас вход вниз на первый этаж и на крышу, если получится. Этот фонарь здесь, он хотя хуй его. Сейчас, в общем, думаю проникнуть на второй этаж, если получится. Вот здесь просто вылезти нужно. Илюха останется здесь, я спущусь там, посмотрю. Вот. И посмотрим. Давай я держу эту штуку. Старайся наступать ближе к тому, как... Ага, уже. Тихо, тихо. Видишь, она коротенькая. Смотри. Если что, ты мне просто вот эту палку подденешь, я за нее схватюсь, ты меня вытащишь. Все. Да, написано вход, как для собачьей. Ты не спускайся, если что. Ну да, тоже вход. Но он вот такой высоты. То есть в него надо наклоняться, лезть. Ступ каш. Ну да. Ладно, я сейчас посмотрю, что там. Первый этаж, вон вода, все затоплено. Я пока норм, не заходи. Так, здесь где-то должен быть подъем наверх. Хотя нет, нужно второму этажу. Так, третий этаж, где мы были. Вон эта картинка. Говорящий стоп. Где здесь подъем наверх? Я не могу понять. То ли я видел на фотке, люди поднимались по каким-то арматуринам по стене наверх. Как будто здесь. То ли их обрубили, то ли что. Бля, здесь наверх не подняться, не видно. Ладно, буду убираться назад, искать. Есть у нас там еще один вариант подъема наверх. Так. Все, буду выходить. Тут что? Тут ничего.
аккуратно, везде арматура не торчит. Синий.